Владимир оберег России. Возможно, это станет новым брендом областного центра. С инициативой его создания выступила Ирина Андрианова, бывший консультант одного из комитетов Совета народных депутатов. По словам Ирины Евгеньевны, брендирование территории последние 10-20 лет стало активно развиваться. Большинство городов уже разработали и активно распространяют новые бренды. Всем известные Москва – столица России, Санкт-Петербург – северная столица России и Великий Новгород – родина России. Появление бренда поможет областному центру привлечь новых туристов, уверена Ирина Андрианова. Это важнейшее направление, поскольку опыт мировой показывает, что бренды городов являются как бы таким очень хорошим подспорьем и даже некой такой путеводной звездой, которая помогает определить основные стратегические направления в социально-экономическом развитии города либо территории. Определить идею бренда очень сложно. Она должна основываться на исторических фактах, расположении города и на символическом и смысловом капитале. В разработке своей идеи главным для Ирины Евгеньевны было собрать все символы, знаки и смыслы, которые сохранились у нашего города со времен далекой древности, и попробовать объединить их в одном слове. Это расположение города на валу и образ солнца, и даже само значение названия «Владимир» – «В ладу с миром». Большое количество символов у нас имеет некий такой апотропейный смысл, то есть отвращение беды, защита. И это проявляется в различных направлениях. Это и в архитектуре, в зодчестве, во Владимирской вышивке, в политике владимирских князей, в каких-то знаковых событиях, которые происходили во Владимире, во Владимирском великокняжеском летописном своде и так далее и тому подобное. Предложение еще будет обсуждаться. В ближайших планах обобщить весь собранный материал и выпустить книгу, чтобы любой желающий мог ознакомиться с идеей концепции. Евгения Палагина, Игорь Липский, Максим Палагин, «Губерния 33».